Дорогие друзья, никто не знает, почему от нас скрывали эту трагедию. Скорее всего, сам актер Олег Андреев, а также его близкие родственники не хотели, чтобы это все вылилось наружу и чтобы в интернете не появились фейковые новости. Но мы, как всегда, обо всем узнали. Подпишитесь, друзья, на наш YouTube-канал, чтобы каждое утро смотреть интересные новости, которые мы делаем только для вас. Спасибо вам за ваши просмотры. Несколько дней назад, друзья, в Краснодаре на съемочной площадке произошла трагедия с известным российским киноактером Олегом Андреевым. Актер упал с высоты около 5 метров и получил серьезное повреждение позвоночника. Сейчас он находится в больнице. Съемки фильма, в котором снимался данный актер, приостановлены. Режиссер со съемочной площадки отключил мобильный телефон. Скорее всего, не хочет разговаривать с прессой. Он был уверен, что пресса будет ему названивать. Ждем подробности, друзья, родственники. Также не хотят ничего комментировать. Надеемся только на медиков. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.